На самом деле, Григорьевич, не у всех было много времени, особенно речь о вас. Понятно, у вас такой насыщенный график. Как вообще, вы, наверное, меняли распорядок дня в преддверии подготовки к этой гонке? Ну да нет, это моя обычная жизнь. Я с детства на лыжах бегаю, люблю лыжи. Ну а сейчас я просто обязан это делать, чтобы другие следом бегали. Поэтому нет, ничего не менял. Ну да, хоккей отменили последние 2 недели и занимались только лыжами. Вам спасибо за то, что пришли, бегайте на лыжах. Это я вам говорю не как президент, а как обычный человек, который бегает с детства. Эффективнее, особенно для девчонок, эффективнее лыж нет ничего. Это красота, это здоровье, это работа всех органов, всех частей тела. Потому что на лыжах ни одна мышца, которая есть у человека, не отдыхает. Поэтому лыжи – это великое дело. Но особенно для детей. Научитесь вы, будут бегать ваши дети. Вы же видите, ну правда, вы малого увидели. И старшие у меня постоянно на лыжах бегают. Поэтому личный пример очень важен.